36-летняя Мерьем Узерли, одна воспитывает дочь Лару. Сегодня наследница актрисы отмечает шестилетие. Звезда великолепного века родила дочь от турецкого бизнесмена Джана Атиша. Он бросил артистку, узнав о ее беременности. Тогда у Мерьем случился нервный срыв. Узерли справилась с личной драмой, вернулась к съемкам в сериале и теперь сама занимается воспитанием чудесной малышки, которую назвала Ларой. Сегодня девочке исполнилось 6 лет. Актриса опубликовала позитивное видео, в котором показала трогательные моменты из жизни именинницы, от рождения до настоящего времени. 6 лет! С днем рождения, мою единственную! Мое сердце, моя душа, мое все! Моя самая большая любовь! Я не идеальная мама, я определенно не идеальный папа, но моя любовь к тебе совершенна. Пусть Бог всегда защищает тебя и всех детей в мире. С днем рождения, Лара! Эмоционально написала звезда в Инстаграм. Очаровательная малышка растрогала поклонников Мерьем. Какая милота! И пусть кусает локти папаша. С днем рождения, красавицу! Она твоя копия, маленькая красотка. Поздравляем! Пусть будет самой счастливой девочкой на свете, пожелали фанаты. Мерьем Узерли, близкая подруга Виктории Бонни. Недавно они встретились в Доминиканской Республике на открытии фестиваля кино и музыки Кена Дорадо Докта. Звезда великолепного века призналась Виктории, что хочет побывать в Москве. Бонни пообещала организовать ей эту поездку в ближайшее время. Недавно Узерли вышла в свет в платье невесты с откровенным декольте. Ранее звезда похвасталась фигурой в прозрачном платье без белья.